Здравствуйте, мистер Хинтон. Или как вас называют в больнице? Зэн. Вы должны сделать выбор. В ваш организм введен медленно действующий яд. И лишь у меня есть противоядие. Вы готовы убить мать и ее ребенка, чтобы спасти себя? У доктора Гордона все время вышло. Миссис Гордон? Если вы готовы внимательно выслушать правила. Почему? Каковы правила? Его зовут Джон. Неоперабельная опухоль, лобные доли. Мне надоело, что болезнь съедает меня изнутри. Думаю, это снова конфликт. Еще мне до смерти надоели люди, которые не ценят своего счастья. Похоже, наш друг любит смотреть игры, порожденные его больным воображением. Здравствуйте, Марк. Доктор Гордон, я хочу сыграть с вами в игру. Большинство людей в нашем мире абсолютно не ценят жизнь. Но только не вы. И не теперь. Игра окончена.